Саса потом в личной беседе, если захочешь, это обсудим. А так я не совсем как бы понял, зачем тебе меч-то нужен. Клавзом я играть не буду, как бы, поэтому здесь, ну, как бы без меня уже, соответственно, если ты менеджер CCC, то в CCC меня больше нет и не будет. Ну, а как бы меч ты изначально получил как менеджер CCC. Сорян, что, типа, это, ну, сейчас обсуждаю, но если ты спрашиваешь, то такой мой ответ. Ну, и как бы, если ты модеришь канал и того же Клавза, и когда там пишут гадости про меня в частности, и ты бездействуешь, то как бы, ну, какой из тебя модератор? Только типа воды собирать и статус каналов, сорян.